Приветствую вас, уважаемые партнеры, с вами Олег Помазан, и сегодня будет очередной обзор по рекламному сервису Glinkin. Сегодня был объявлен предстарт новой статусной программы Рубин, старт которой состоится 18 июня в 18 часов по московскому времени, и вход в нее составляет 100 рублей. Ниже вы можете ознакомиться со статистикой, а также с маркетингом Рубина. Всего будет 12 одноуровневых тренарных столов, и каждое ваше место, пройдя все 12 столов, принесет прибыль почти 1,5 миллиона рублей. Также больше 1500 клонов в первый стол, и при этом несколько десятков клонов в первый стол поощрительной программы «Алмаз». Таким образом, программы у нас будут взаимосвязаны. И как вы уже обратили внимание, здесь у нас будет трехуровневая партнерская программа. Реферальные вознаграждения очень щедрые, а также переходы по столам очень выгодные. Маркетинг специально так был продуман, чтобы, учитывая нашу супер поисковую систему «Ювелир», выгодно было закрывать цепочки даже с первый по второй стол. Например, если вы покупаете клона в первый стол за 100 рублей, и при этом закрывается третье место, у вас получается цепочка с первый по второй стол, то если был переход именно в ваш стол, то вы выходите на прибыль. Но если даже ваш партнер выйдет на прибыль, то все равно это будет выгодно. При этом еще получение реферальных по трем уровням, и также в некоторых столах предусмотрена еще и прибыль от закрытия не только первого места, но и второго и третьего. Ну и плюс получение клонов в первые столы обоих программ. Итак, друзья, сейчас на предстарте вы уже можете покупать места. Для этого переходите в раздел «Рубин» и нажимаете «Купить». Покупка первого главного места в первый стол обязательно. Далее вы сможете уже покупать места в разных столах в любой последовательности, выбирая нужный вам стол. Расстановка мест, купленных на предстарте, у нас будет 18 июня в 18 часов по московскому времени. И первые 4 места, то есть главное, и допустим, если вы еще купите 3 клона, расставятся по дате регистрации. То есть ваши первые 3 клона встанут именно под ваше основное место. Но если вы еще больше мест купите, то они уже пойдут по дате покупки. Расстановка будет начинаться с 6 стола, и вы в каждом столе можете купить себе несколько мест. Итак, я покупаю себе первое место в первом столе. При этом, как видите, я получил 100 баллов, и у меня поднялся статус. Статусы будут давать людям понимать, насколько серьезно работает партнер. Итак, я сейчас буду покупать по одному месту во всех столах, что также вам и советую. А уже потом докупайте клонов, насколько у вас хватит средств. Выбираю второй стол, купить. Далее третий, четвертый, пятый и шестой. При этом, как видите, у меня поднялся статус. Я ранее уже говорил, что в любом разделе, нажимая на аватар, вы перейдете в профиль партнера, где более подробная будет статистика о нем. Также, как видите, добавлен статус онлайн, если партнер сейчас находится на сайте, что, например, дает возможность перейти в его профиль и написать ему личное сообщение внутри сайта. Рекомендую всем обязательно добавиться в наш чат Telegram и посещать вебинары, на которых всегда между присутствующими в комнате разыгрываются призы. Этот ролик по Рубину скоро будет в разделе «Обучающие видео». Разделы «Матрицы» и «Ювелир» будут работать после старта и расстановки. Раздел «Рефералы» идентичен, как и в программе «Алмаз». И в программе «Алмаз» в «Обучающих видео» есть предыдущие обзоры, например, как работает у нас поисковая система «Ювелир», где, передвигаясь по линиям, вы с легкостью сможете находить выгодные цепочки и столы. Но ролики короткие, лучше там все наглядно изучите. Также скоро будем размещать и записи вебинаров. И теперь самое главное. Участвуя в программе «Алмаз», вы сможете запускать свои рекламные кампании в неограниченном количестве. То есть, например, купив пакет «Соло» за 120 рублей, вы получаете не только место в первый стол программы «Алмаз», но и форму для запуска рекламной кампании, которая у вас будет работать ровно месяц, и вы сможете ее всегда редактировать. И запущенная вами рекламная кампания будет отображаться в просмотре ссылок. А когда она будет уходить вниз постепенно, то вы можете посмотреть любые чужие 5 объявлений и за 5 монет поднять ее в ротации. Но подробно, как это все работает, изучайте в обучающих видео. Тем более в «Алмазе» вы уже сможете ознакомиться, как работает поисковая система «Ювелир», чтобы потом, когда «Рубин» стартует, вы уже легко смогли владеть данной поисковой системой. Она здесь будет идентична. И рекомендую заходить сейчас в обе программы, так как скоро у нас на предстарт будет запускаться еще одна более выгодная программа, которая будет взаимосвязана с «Рубином», а он в свою очередь с «Алмазом». И движение в этих программах увеличится в геометрической прогрессии. А за счет того, что в следующей новой программе будет более доступный вход, и все будут с удовольствием в поисковой системе «Ювелир» искать цепочки и закрывать их. А за счет того, что все программы у нас будут взаимосвязаны, активность будет высокая во всех программах. Итак, друзья, на сегодня пока информации достаточно. На вебинаре мы еще рассмотрим некоторые моменты. Ну а я, как всегда, желаю всем больших чеков. С вами был Олег. Пока.